Здравствуйте, это Николай Храмов. Сегодня четверг, 3 сентября, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «140 слов». В то время как мировые лидеры, включая германского канцлера Ангелу Меркель и британского премьера Бориса Джонсона, требуют от Кремля ответа за отравление главного российского оппозиционного политика, Дональд Трамп уже второй день хранит более чем красноречивое молчание на этот счет, при этом находя время строчить по нескольку десятков твитов в день, комментируя все, что ему взбредет в голову. Неизвестно, чем на самом деле при этом руководствуется Трамп. То ли действительно речь идет о его личной симпатии к российскому диктатору, то ли правы те, кто утверждает, что американский президент давным-давно находится на крючке у КГБ, ФСБ, то ли за 2 месяца до выборов Трамп вновь надеется на помощь российских шпионов и хакеров для своей победы. Но что действительно было бы любопытно, так это услышать объяснение происходящего от наших доморощенных русскоязычных трампистов, тех из них, кто хотя бы на словах является противником Путина. Это был Николай Храмов и очередной выпуск подкаста «140 слов». Услышимся!